вся техника, которая сейчас находится перед нами, привезена на корабле. Пойду поговорю с Александром. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Смотрю вашу машину. Ну да, вот подготавливаемся к работе. Ребята уже почти все сделали. Сейчас осталось подвести водичку. И все, и будем заливаться. Вот в таком вот уникальном месте, как было, Кострома Карагинского района Камчатского края. Ого, занесло-то вас, да? Ну да, далеко, сам вообще не думал. Ну, как бы думаю, ну, всегда Кострома это такой большой, какой-то городок. Ну, ведь когда приехали сюда, посмотрели, вот такая такая деревушка. Смотрел, как люди здесь живут. Ничего, дело близится к завершению, вот осталась немножечко. Я думаю, скоро поедем домой. Скоро ваши родные вас увидят, да? Соскучились? Да, привет, привет. Ой, да, обязательно. Пламенный, горячий привет. А машина вот такая вот у нас интересная, специально для таких вот мест, как бы с самозагрузкой. Ну, где вот трудно как бы с бетоном. Сами изготавливаем, получается. Я вот сказала, что всю технику привезли на пароходе, да? Да, все верно. Потому что здесь ничего, даже магазинов, чтобы по ремонту этой техники. Если уж что-то сломалось, то беда бедовая, да, своими силами. Да, своими силами. Все, что есть, как бы. Вот сломался один кран, или что у вас тут сломалось, да? И он не подлежит ремонту, стоит, простаивает. А, кстати, вот он, экскаватор, да? Да, экскаватор. Вот он теперь простаивает, потому что нет запчастей. Досягаемое место как бы здесь либо самолетом, либо кораблем, только можно доставить запчасти, поэтому вот ждем, когда они придут. Сейчас навигация будет очень тяжелая, потому что шторма начнутся осенние, зимние, поэтому ожидание долгое, но ничего, пока справляемся тем, что есть. Угу. Как-то так. Ну хорошо, будем надеяться, конечно же, на лучшее.